Всем привет! В эфире еженедельный выпуск программы «Музыкальный прогноз». О самом интересном расскажу вам я, Ольга Золотая. Оставайтесь с нами на телеканале Russian Music Box. Black Star в этом сезоне рулит! Восходящая звезда Кристина Си собирается в Амстердам. Правда, недалеко, в город Волгоград. Твои подружки будто из колхоза, да. Мой яркий стиль для них заноза, ну да. Они пищат под носом носа. А я качаюсь под рекроса, ну да. Я темная лошадка, но не как Собчак. Не знаю, как ее дела, мои ништяк. Клуб Амстердам, начало в 22:00. Знаси, нету трэпа, вот там. Клик, ты слышишь звук? Попал под каблук. Клик, клик, ты слышишь звук? Ты попал под мой каблук. А давайте представим себе, что в Москве лето останется навсегда. Интересно, пойдут ли климатические изменения нам на пользу? Приспособимся ли к новой среде обитания? А кто лучше всех разбирается в вопросах массовой акклиматизации? Ну, конечно же, человек-амфибия нашей эстрады – дельфин. Надо будет у него спросить. И нас тобою не отыскать. Все, что мы есть. Концерт дельфина пройдет в клубе «16 тонн». Начало в 21:00. Лишь остается ждать. Серебро дождя. Moscow People и гости города. Надеваем классные пижамы и идем на пижамную вечеринку Love Radio. Тысячи человек забудут про все на свете, залезут под одеяло шоу-бизнеса и сотрут всю подошву на тапочках, отрываясь на танцполе. 7 сентября предлагаю сходить на концерт Линды. В начале 90-х о ней ходили самые невероятные слухи. Ну, в те времена экстравагантность была в новинку. Сейчас мы уже привыкли к необычным образам. Одна Леди Гага и Сергей Зверев чего стоят. Но по-прежнему ждем от Линды чего-нибудь эдакого, необычного. Приходите на концерт загадочной Линды. Ждем вас в клубе B2 в 21:00. Впервые в город Ростов-на-Дону приедет Стим, яркий пример музыканта нового поколения, карьера которого сложилась благодаря интернету. Да, ребята, соцсети рулят. Кстати, если ты талантлив и хочешь стать звездой, отправляй свой клип нам вот на этот адрес. Никаких проблем, если бабла навалом. А если нет бабла, а только бла-бла-бла, то ты пролетаешь, как аэроплан. Я из Душанбе. Стим выступит в Ростове-на-Дону в клубе Моррисон в 19:00. Шут под металл во дворах пишет, а потом еще даже таксист на мебель. Ну и цены на квартире тут у вас шайта. Я ваша златоголовая труба шатан. Как и шаганами пашу утром и вечером. У меня уже там вся семья обеспечена. Я щербет и шашлыки не помню, когда кушать. Съем доширак и 100 рублей сэкономлю лучше. А потом полечу домой и куплю бахча. Таджикистон встречай олигарха москвича. Конец лета и начало осени проходит под девизом «Раскачай и зажги танцполы». Очень много драйва и стильный,
я бы даже сказала, аппетитной музыки. Особенно повезло Санкт-Петербургу. Не пропусти концерт группы «Пицца». А ты прячешь глаза за фарами, и все идет чередом, как дорами. Твои мысли. Ждем тебя в клубе «Космонавт» в 20:00. Душу минорами, а вокруг все гуляют парами и друг друга чувствуют порами. А ты прячешь глаза за фарами, и тебе непременно здорово, когда станем однажды старыми и усталость на плечи горами. Не забудь меня, а то мало ли, какими мы станем сеньорами. Тебя жизнь выжигала пожарами, и мою не измерить приборами. Скоро нас принасытит угарами и запустит седины в бороду. Лето подходит к концу, а вечеринки Music Box Party продолжаются. С 22 по 26 сентября на Средиземном побережье Анталии в роскошном отеле Мардан Палас мы в очередной раз покажем, как нужно отдыхать. Кто из звезд присоединится к нам в этот раз, ты узнаешь совсем скоро. Если у вас намечается интересное событие, концерт, выставка и другие яркие мероприятия, пишите нам. Телеканал Russian Music Box обязательно расскажет об этом всей стране. С вами была Ольга Золотая, ваша музыкальная золотая рыбка в море шоу-бизнеса. И помните, Россия отдыхает вместе с нами.